Слушай, слава – это не главное. Заходи, найди себе тихий уголок.
Нашелся недавний след. Возобновляем погоню. Вперед! Машина в смятку. Вызываю эвакуатор. Я перегорожу дорогу. Понравилось? Мне вот со мной, сразу поймешь, что ничего не стоишь. И, может, даже пересмотришь планы. Нужен совет? Не стесняйся, спрашивай.
Кажется, у тебя выхлопная труба дымится. Ага, развела тебя. Поменяемся местами. Мне очень надо вперед. Просто сделаю вид, что этого не было. Победа за тобой. Но тебе вроде не только меня надо обогнать. Хорошие. Новости. Да, это старт нашей мечты. Ты знаешь, где будет следующая гонка? Нас ждут. Мари, поддавалась тебе, а я не такой. Пора тебе узнать, что такое настоящие гонки. Мной.
Хорошо, идем! Вот это гонка! Просто готовлюсь к рывку! Последний раз. Два ноль. Что дальше? Ха! Последний рывок. Гонка с Джордин. Она крутая. Тогда поехали вместе. Точно? Хочу, чтобы ты насладилась победой. Заметано. Встретимся на месте. Сдаться. Уверена, в лиге все поймут. Двоих ты уже одолел. Остался один. Ну и дерьмовая тебя ждет ночка. Советами замучаю. Большая ошибка с моей стороны. Есть проблемка. Вижу крутую тачку. Сейчас будет на ее дороге. Просыпайтесь. Один из наших ведет преследование. Ну, теперь нам никто не мешает. Держать! Да ты огонь!
раз не уступлю! Беги, беги, далеко там! Нас меньше, но мы победили! Нам хватит рейтинга, чтобы попасть в лигу! И это главное! Пока да! Хочешь есть? Я очень! Перекусим! Смотри, кто там. О, черт. Хочешь уйти? Ну, нет. Не люблю ждать. А я смотреть, как ты жрешь. Какого черта? Это все взятки? Столько подарков, прям как на Новый год. А, я... поднял плату. Эй, если продолжим давить, то нам всем прилетит. Босс велел давить, а я только за. Он мне верит. Да? Ну, раз так, вы с ним оба поехали. Полегче, Торрес. Мы давно в связке. Работали и до тебя. Думаешь, он тебе друг? Да. Ты просто жалок. Будь осторожна. Два колеса — это тебе не четыре. Пока. Сейчас лопну. И я. На сегодня, думаю, хватит. Всем постам! Какой-то говнюк! Споганил мою машину. Прочешите Уэстсайд. Вяжите всех, кого найдете. Думаю, возражений нет. Не могу поверить, что он разъезжает с такими деньжищами. Хотя кто тебя остановит, когда у тебя есть жетон?
обратном пути. Тебе доступно больше улучшений. Бери что по душе. Разборки с дримкиллерами наделали много шума. Правда? Скоро будет важная гонка. Не один на один, а команда на команду. И мы в деле, прикинь? Ништяк. А как же ты? Твоя машина все еще у копов. Фигня. Найду себе новую. До встречи на трассе.
Что, моя сестрица снова втянула тебя в неприятности?
Ты здесь? Да. Пришло время испытать эту малышку. Это тачка твоего отца. Лукас не будет против? Но она и моя тоже. Дримкиллеры сегодня поднимут ставки. И мы тоже должны. За этим мы и здесь. Просто помни, покажем результат, когда Лига даст нам шанс. Я не давлю. Прикрываем друг друга, ясно? Обожаю звук этого движка. Спасибо, папочка. Это просто бомба! Эй, держись меня! Всем скоростным патрулям. Гонка на Эджвуд Вэлли. Направляются на восток к автодрому. Понял. Черт! Шоу на связи. Эй! Принято, диспетчер. Еду в Эджвуд Вэлли. Диспетчер, принято. Выполняю. Похоже, у нас появились гости. Помочь. Пора нам сматывать удочки! А как же гонка? Ну все, этот коп все испортил. Поможешь выбраться? Да, мы команда. Как говорится, гонке конец. Валим отсюда. Досталось.
Гон, откуда у тебя это? Мне правда нужна твоя помощь! Ты начинаешь меня злить! Уладим этот вопрос вот сейчас. Идет? Еще немного, и мне крышка. Разберись с этим копом. Сюда! Чувствую запах гари. Поможешь? Моя тачка разваливается. Убери его! Меня хватит! Тут бабло течет ручьем! Отмажется. Спасибо! Всем постам. Офицера Шоу нейтрализовали. Нужна помощь. Ищите желтый Камара. Так, нам пора. Мне нужно вернуться в гараж. Буду ждать тебя там. Страсти накаляются. Ночью произошло столкновение между скоростной спецгруппой и нелегальными гонщиками. Жители города наблюдали странную сцену. Сотни долларовых банкнот заполнили ночное небо. Спецгруппе придется ответить на неудобные вопросы. Вчера мы видели явную провокацию, призванную запятнать репутацию моей группы. А значит, они нас боятся. На низких передачах не очень тянет. Но стоит разогнаться. Брат! Машина! Зверь! Ясно, ты зол. Да ну. Мира эста. Ну прости, надо было тебе сказать, но... Да уж, блин, надо было. Ты не имела права, Анна. Никакого. Я пойду. Нет.
Ты же в курсе, что он был и моим папой? И машину, если ты забыл, он собрал для гонок. Это гонки, да? Да, были, пока сраный коп не пристал. Будешь нарываться, они от тебя не отстанут. Ты что, решила разрушить свою жизнь? Я пытаюсь что-то сделать со своей жизнью. У меня хорошо получается, между прочим. И это хорошо, да? Как будто на ней ездил кто-то, кто не способен ни водить, ни колледж окончить. Вот как значит. Я не хочу стоять и слушать нытика, который за руль сесть боится. Мы гонщики! Позвони, когда вспомнишь об этом. Значит, вот что чувствовал отец. Да. Помощь нужна? Далее. Будет весьма кстати. Нужны запчасти. Комара отца все еще в раздрае. Дай знать, когда достанешь решетку.